Привет, друзья! Блог «Учимся с Алисой», с вами и с Алисой. И учимся мы в блоге, не забываем заводить новых Алис. И показываем наш ближний поход. А то нам говорят одно мясо. А все покупается просто в разных местах. Вот, например, в этом разном месте мы купили арбуз. Арбуз, не забывайте про арбуз. Дыню. Вот хлеб, какой там. Сахар, горох. Так, еще тут что-то. Сахар, уксус, специи, приправы. Еще горох, еще вот такие рис, круглозерный. У нас мультиварка, рисоварка из Китая, она очень классно варит рис. Гораздо лучше, чем любой рисоварщик. Потому что она настоящая китайская, а не адаптированная под российские реалии, как у нас любят говорить. Она не суповарка, не слоноварка, она рисоварка. Хотя может она все. Так, еще что у нас тут есть? Вот еще у нас тут есть сметана со скидкой. Гречка без скидки, макарошки. И там где-то еще должно было быть масло. Ну, в общем, вот примерно так. Все, заводим новых Алис. Всем привет.